Приветствую! С вами Сергей Гудков, психотерапевт. И сегодня мы поговорим о том, как расшифровывать сны. Итак, есть несколько принципов расшифровки. Первый принцип – это здравый смысл. Здравый смысл заключается в том, что иногда сон прямо указывает на то, что происходит в жизни, и это понятно. Второй принцип. Особенно это касается тела. Если во сне вы видите какую-то часть тела у себя, если вы видите пищу, особенно если вы ее едите, это тоже прямое указание на то, что либо на эту область, часть тела, нужно обратить внимание, либо эту пищу нужно поесть. У меня уже несколько раз были клиенты, которые рассказывали, что вдруг внезапно снится совершенно необычная для них еда, которую они не едят уже, может быть, 5 или 10 лет по каким-то убеждениям или по самочувствию. Приходят с удивлением и говорят, ну как так, мне снилось, что я это ем. И самое главное, во сне я получаю от этого удовольствие. Это прямое указание, это знак от бессознательного, что вот тебе это сейчас надо, значит возьмите и поешьте. И еще один принцип, это метафорическое значение сна. То есть в снах бывает много аллегорий, много намеков, а вот о том, как их понимать, что этому поможет, мы поговорим в следующих видео. Итак, подписывайтесь на мой канал и оставайтесь на связи. Пока!